Всем привет, с вами Прием. Некоторые гильдии уже успели убить Аргуса, порабощенного в героической версии. Как всем известно, на Америке, на американских серверах все стартует чуточку раньше, по-моему, часов где-то на 20, что ли. Ну, хотя я могу ошибаться в этом, но суть в том, что все-таки раньше. Итак, гильдия с названием Изи смогла убить его героические версии, даже видосик есть, который можно посмотреть и глянуть некоторые игровые моменты касательно тактик и прочего. Но нас не интересует это. В текущий момент нас интересует награда в виде маунта, которая будет получаться за убийство Аргуса в героической и выше версиях. При убийстве Аргуса порабощенного в героической и мифической версии мы будем получать вещицу с иконкой кристалла хаоса, кровь называемая, и будем получать вот такого маунта. Скажем так, что мы возвращаемся в Дренор, и игроки, которые убивали Архимонда в героических высших версиях, получали лося. Теперь же в Легионе будем получать прекрасную птицу чародейскую. Грифон, Буревестник. Кстати, раньше он был добавлен с именем Буревестник. Да, почти похожая модель, только цвет немножко другой. Но теперь же он называется Кристалл призыва Керентора. Учит призывать фиолетового чарокрыла. Дар Совета Шестерых в благодарность за очередное спасение Азерота от нашествия Легиона. Вот и все. Такая вот интересная информация касательно всего этого. Нужно скорее убивать Аргуса в героической версии и лутать этого маунта. А мой вам совет: одевайтесь, ходите в миф плюсы, и хоть и там не в первую неделю вы это дело полутаете, но хотя бы до Нового года получить этого маунта будет несколько престижно, скажу так. Всех вам благ, счастья, здоровья. Ссылочку я, конечно же, оставлю в описании на эту статейку, можете почитать, перечитать ее еще разок и понять вообще, что к чему, хотя я все предельно ясно объяснил. Берегите ноги, надейтесь на Титанфорд Шлут. До скорого!